Всем привет! Совсем скоро выходные. Время подумать, как их провести. В этом я прямо сейчас вам помогу. Еще одно долгожданное событие этого лета – фестиваль на сопках в Маньчжурии. Субботняя программа фестиваля порадует нас марш-парадом оркестров, коллективов «Мажорец спорта» и «Барабанщиц на набережной», концертами духовых оркестров в городских парках, Струковском саду, Парке Победы, Гагарина, 50-летие октября, Дружба и на площади перед ДК «Нефтяник». А в амфитеатре на площади Славы выступит академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации. В воскресенье там же пройдет гала-концерт фестиваля. В воскресенье у Стеллы Ладья пройдет танцевальный баттл, приуроченный ко Дню молодежи. Впервые в Самаре молодые танцоры покажут себя на открытой сцене перед жителями города. Артефакты нашего времени в художественном музее. На выставке будут представлены произведения художника Вячеслава Сайкова. Мастер Кести преподносит зрителю артефакты нашего времени, на которые мы по привычке почти не обращаем внимания. Стол, кнопка лифта, столовые приборы, замок и другие предметы привлекают наше внимание на холсте больше, чем в реальной жизни. Посмотреть работы можно до конца июля. В галерее «Новое пространство» открывается выставка «Тольяттинские классики». Отделение Союза художников России «Автограда» известно своей приверженностью к реализму. Однако каждый из авторов стремится к свободной интерпретации действительности, старается по-своему решать сложные эстетические задачи, обращаясь к собственному языку символов и метафор, экспериментируя с материалами и техниками до 24 июля. Лето – это джаз, концерт группы «Интро», неповторимые авторские аранжировки и волшебная атмосфера самых первых нот. Провести вечер пятницы на шезлонгах приглашают во дворик музея «Модерна». На этом же все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!